17 августа приехали просмотреть фронт работ. Приехал хозяин, говорит, тихо, сейчас смотреть фронт работ. Лагерный пруд. Самый опасный участок. Я собрал всех бабушек, всех до одной. И на машине на две приехал один хороший такой, какой-то круизер или что там, проходимость у него хорошая. И мы проехали по всем работам, где они молились. Бабки-то довольны. Мы вот это же плавали. Теперь будем поднимать еще уровень, уже поднимается. Поднимается? Да. Смотрите, это большая работа, серьезная работа. Лишь бы весной не смыло. Сразу покажу лагерь отсюда, как называют. Это называется лагерный пруд. Раньше назывался Калагорика. Лагерный пруд, вот наши ветла пустили, ростки. Да, сбоку мы деревья. Мы подправили. Это специально. Ладно. Ну, все корни уже пустились. Сейчас разорвем это. Самый трудный было нам забутить вот это. Так, до его прихода мы бутили и бутили его с салона, это заманили. И наконец все. И не все остановил. Я оттуда дальше не пойдем, так куда это дойдем до середины. Показать. Вот сюда не проходит. Он здесь вот остановился. Ребята, не забывайте, где толкушка здесь. Все, полностью заделан. Но мы до его прихода здесь уже забутили практически все. Он до сюда когда додвинул, теперь с той стороны, вот он где пошел. Это вот потом убрал. А с той стороны нам не хватало. Пони там уже сколько надо, все сделал. Очень, то есть мы надеемся теперь только там, а так как у нас бетонный спуск был, мы его забудили. А из него мы забудили. Поглощает все. А теперь мы там можем поднять сантиметров 50-70, 12, уже пруд не застывает, рыба будет. Рыба будет. А души на только делайте. Так, идемте. Только мы это самое зимой. Но думаем мы зимой так, Бог знает так. Нам докучают бобры, мы не знаем, что с ними делать. Роет прямо ужас так. Ловушки ставить только, лопата. Ты знаешь, для чего это? Лопата. Лопата лежит. Вот это сделать, здесь мостик это положи. Вот это вот вывести. Чтобы видно было. Или забрать. Вот и вот здесь вот, за саманить. Вот это место я оставил. Ну, можно было так же вот сделать. Ну, раз это что-то прорыв, земли нету. А мы решили так. Лишнее, правильно? Здесь никто не это. И с той стороны тоже. Люди по тропочке пройдут, велосипед тоже по это со временем проедет. На руках протащит. Там, где у нас было так же сделано, вот эти заслоты, это не получилось. Ага. Он когда содрал, дерн на проволоке повесил, стал стягивать. Все затрещало. Я-то думал, как она, земля, она проволока ее прорежет землю. Нужды нету. Вот сюда вот выходите. Никита, тебе не кажется, что это коровы были здесь? Немедленно это заделать сегодня же. Вот это вот. Прям через это. Мне тоже не кажется, что вот будет. Видно, что копыщина где-то рядом. Если они туда пойдут, это уже тогда нам ничего не сделают. А корова найдет проход. Ну вот видите как. Поэтому думали, как после делать, я говорю, нет, первым делом. Самое опасное сделать, дальше легче, а тот круг вообще он тут. Ну и все. Хорошо, ладно, что довольны. Вот так. Будет. Работа сделана. Мы за него все молились, чтобы Господь сохранил каких-то повреждений, мало ли еще, он на высоту поднимается. Все. Осмотр лагерного пруда окончен. Едем дальше. Так, сами решите на тех.